В Ленинском районе открылись 14-е рождественские образовательные чтения. В нынешнем году они пройдут под лозунгом «Нравственные ценности. Будущее человечества». Началось мероприятие с литургии в Никольском храме села Ермолино, после чего в зале Видновской школы номер 10 собрались руководители образовательных учреждений, священнослужители Видновского благочиния, преподаватели предметов духовно-нравственной направленности и ученики школ. Традиционно рождественские образовательные чтения – это комплекс мероприятий, направленных прежде всего на просвещение молодых людей в довольно непростых вопросах, касающихся нравственности и морали. Во вступительном слове начальник управления образования Ленинского района Ольга Алешкина подчеркнула, что образовательные чтения призваны в том числе подвести определенные итоги работы с подрастающим поколением. Сознавая важность вопроса, сегодня не только в школах, но и в детских садах активно проводятся мероприятия, направленные на становление нравственных ценностей. Это игровые и концертные программы на нравственные темы, конкурсы и фестивали, Рождество Христово, Пасхальная радость, Гармония творчества, Моя Россия. По сообщениям Министерства образования Московской области, в ноябре-декабре 2017 года в Ленинском районе будут организованы встречи в формате круглого стола, в которых будут участвовать священнослужители Видновского благочиния, руководители образовательных учреждений, родители и подростки. Планируется провести конкурс сочинений «Традиции моей семьи», фестиваль «Моя творческая семья», презентацию проектов «Моя родословная». Благодаря нашей совместной работе священнослужителей, педагогов, родителей, многие наши дети растут неравнодушными и милосердными. Запланированы и зрелищные мероприятия. В Видновской школе номер 5 пройдет выступление музыкальной группы «The Raindrops», а в кинотеатре «Искра» показ художественного кинофильма «Зеленая карета» и встреча с исполнителем главной роли, актером Андреем Мерзыкиным.